Бутик итальянских аксессуаров «Лабра» совместно с компанией «Грета», крупнейшим поставщиком кож-галантерейной и текстильной продукции на российском рынке, поздравил педагогов гимназии номер 12 с профессиональным праздником – Днем Учителя. С поздравлением и словами благодарности в адрес преподавателей выступил официальный представитель бренда «Лабра» в Тверской области Тамара Гагарина. 5 октября для каждого учителя в нашей стране особая дата. В этот день педагоги всех школ отмечают свой профессиональный праздник. Тамара Гагарина, официальный представитель бренда «Лабра» в Тверском регионе, совместно с компанией «Грета», крупнейшим поставщиком кожгалантерейной и текстильной продукции на российском рынке, поздравила преподавателей Тверской гимназии номер 12. Я хочу поздравить вас с прекрасным профессиональным праздником, с Днем Учителя. Пожелать вам крепкого здоровья в первую очередь. Пожелать вам реализации всех ваших масштабных проектов школьных, профессиональных проектов. И, конечно же, много одаренных учеников. А чтобы эти одаренные ученики, которых в 12-й гимназии очень много, а также их педагоги были здоровыми, Тамара Гагарина вручила очень нужный по нынешним временам подарок. 2000 пачек влажных антибактериальных салфеток «Лабра Хоум». Директор общеобразовательного учреждения отметила, что, учитывая распространение коронавируса, эти предметы гигиены у них точно не залежатся. Их получат все ученики и преподаватели. В понедельник с утра, с начала учебного дня, все учащиеся получат ваш презент, который для нас очень важен сегодня. Я думаю, что вам будут очень благодарны и наши родители. Напомним, что уже более 5 лет тверичанки имеют возможность приобрести высококачественную продукцию под маркой «Лабра» и «Элеганза». Однако некоторые пока еще не успели открыть для себя мир товаров этого известного итальянского модного дома. Поэтому прямо здесь педагоги поинтересовались, где в Твери находятся торговые точки данных брендов. А где же можно познакомиться с вашей продукцией? Наш бутик расположен в ТРЦ «Рубин». Пожалуйста, приходите. Но это еще не все. Я хочу вам сказать, что буквально через неделю мы откроемся в центре города на улице Лидии Базановой, дом 5. Пожалуйста, приходите. Будьте для нас гостями. Мы гостей очень любим. У нас есть что вам предложить. Добро пожаловать.